Всем привет, я Александр Дармидонтов, и это музыка на все времена, которая живет специально для вас. Герой сегодняшнего выпуска — Сергей Воронов, легенда российского блюза. Привет, меня зовут Сергей Воронов, я легенда. Для меня музыка — это свобода. Сидись, это очень тяжелый блюз, никакой фанеры, естественно. Люди, которые, я говорю, сидят на... радио сдвинули музыку в какое-то совершенно другое направление. Музыка, она вообще на все времена. Сергей, привет. Привет. В 2016 году тебе вместе с Гариком Сукачевым и Сергеем Галанином по версии нашего радио дали номинацию «Легенда», да? То есть вас признали легендой. Не было у тебя какого-то момента, может быть, неловкости или растерянности от того, что тебя назвали легендой? Бывают, знаешь, просто такие награды, например, «Песня года» или что-то еще, которые вот получил и прошло, а легенда — это же на всю жизнь. Да, ответственно. Это очень ответственно. Но я спокойно отношусь к любым наградам. И как-то, ну, хорошо, вот, сказали, что я легенда. Ну, если кому-то так кажется, я не против. А есть какие-то артисты, которых ты сам можешь назвать легендой, как слушатель, ну и как, конечно, профессиональный музыкант? Ну, это будет список достаточно длинный. Это будет список, в котором будет Хендрикс, в котором будет Дженис Джоплин, в котором будет из ныне живущих Кит Ричардс. Это большой список, это у нас времени не хватит. А легенда, она должна каким-то обладать определенными навыками, свойствами, быть узнаваема на всех континентах или только на одном? Ну, в зависимости от того, кто называет легендой. Тут, если наше радио, то это значит на этом, не то что континенте, а на этой территории, на нашей. Вот. А я говорю о людях, которые для меня легенды, а для меня легенды — это те люди, которые в мировом масштабе сделали что-то, сдвинули музыку в какое-то совершенно другое направление, внесли такой весомый вклад, если говорить пафосно, а если не пафосно, просто люди, которые сыграли свою музыку или спели, да, это тоже Мадди Уотерс, да, который, как считается, это, конечно, условно все, но примерно так оно и было, который сделал блюз электрическим, приехав в Чикаго, взяв электрогитару, и с тех пор пошел чикагский блюз, но уже электрический. Да? Это, конечно, ну, это событие. Да? Или Хендрикс — это революционер, пионер, я не знаю, человек, который играл так там, в 65-м году, как никто не играл. Конечно, он, понятно, что он базировался на музыке, которая была до него, но просто он взял, посмотрел на это по-другому и сыграл по-другому. Сейчас музыка успешной считается та, которая имеет коммерческое начало в основном, да, то есть та, которая хорошо продается, та и считается успешной. Раньше, ну, я вот со своего возраста и своих знаний все-таки смотрю, что раньше было по-другому, да, и произошло ли изменение понятий? Думаю, что в некотором роде да, потому что нету, скажем, если взять нашу страну, у нас нету разнообразия на радио, скажем, да? Радио – основная музыкальная история. Потому что про телевидение я вообще же не говорю. Там уже просто, там все одно и то же много лет. Я так думаю, потому что я же телек не смотрю лет, наверное, 10, а у меня его нет физически уже лет 6. Да? Но я вижу там по интернету и так далее, что там ничего не меняется в лучшую сторону, там все одно и то же. А так как нет разнообразия, то, соответственно, и люди, которые слушают и смотрят, слушают радио, смотрят телевидение, основная масса людей в стране, которые не очень, скажем так, глубоко интересуются музыкой, для них это просто, скажем, фон, да? У них создается впечатление, что такая музыка только и существует, что другой нету. Поэтому они не ходят там, не копаются в виниловых магазинах, не ищут. Конечно, такие люди есть, но их просто их минимум, а не максимум. Поэтому, конечно, мне кажется, у миллионов людей, у них ощущение, что вот есть такая музыка, и все. А это неправда, как мы знаем. Музыка очень разная, она продолжает развиваться, она совершенно... есть какие-то совершенно уникальные явления в наше время. И люди, которые играют уже по 50 лет, по 40 лет, по 30 лет, по 20 лет и так далее. Все на самом деле хорошо в музыке. Другое дело, что, к сожалению, она не доходит до массового слушателя и зрителя.
А вот эта вот массовость, этот вопрос я задаю многим, с кем мы снимаем интервью. Играют концерт, например, в Олимпийском, или есть какие-то фестивали на открытом воздухе. Сейчас вот мы с тобой в Мумитроль Мьюзик Баре снимаем, То есть совершенно разные площадки, по-разному в них музыка слушается, То есть я и говорю не про звучание техническое, а про атмосферу. Вот где место музыки? Место ли ей в Олимпийском, или лучше пойти в Крокус, например? Я думаю, что совершенно не важно, где, на самом деле. Вообще не важно. Важно, что ты идешь слушать то, что тебе нравится, а не то, что тебе сказали, что тебе нравится. Я возвращаюсь к предыдущему ответу, потому что люди, которые, я говорю, сидят на радио и телеигле, они думают, что им нравится то, что им показывают. Вот и все. И со временем они привыкают именно к этому формату музыки и думают, что вот это их музыка. Они не задумываются, что можно пойти послушать что-то другое. Да? Их много. Вот. А люди, которые интересуются, которые самостоятельно мыслят по жизни, в принципе, которым интересно, что происходит, которые любят музыку и знают о ее разнообразии и многообразии, они, конечно, у них есть выбор всегда. В свое время ты был арт-директором в Music Town, которого сейчас опять уже нет, можно так пошутить, и в BB King. Ты больше ориентировался на тематику самих мест, самих площадок, или ты хотел рассказать людям об артистах и привести артистов, которых раньше не было в стране? Что касается BB King, то все-таки BB King открывался и до сих пор существует как блюз-бар. Да, тематически. Поэтому, конечно, там все, что вокруг блюза. Блюз, рок-н-ролл, рокобили. В общем, в основном эти жанры, да? Есть какой-то джаз иногда, в самом блюзе там куча подстилей, да, там дельта-блюз, чикагский блюз, техасский блюз, блюз-рок и так далее. Поэтому достаточно для клуба, который называется блюз-бар, достаточно вот всех вот этих вышеупомянутых, стилей и подстилей. Что касается Music Town, это был клуб с широким диапазоном. Главное для Music Town было, что это живая музыка, что люди играют живьем. Никакой фанеры, естественно. Фанера отстой, в принципе. Была, есть и будет отстой. Поэтому там была довольно пестрая афиша, надо сказать. Там играли такие группы, как «Машина времени», «Воскресенье», «Несчастный случай», «Биллис Бэнд», «Мы играли», не знаю, «Маршейдер Кунст», «Аукцион». То есть там, в общем, были представлены все жанры, которые существуют. Хэви-метал не очень шел там. Панк был. Я помню, у вас там играл трибют официально AC/DC. Что касается... Вообще AC/DC — это не хэви-метал. AC/DC — это очень тяжелый блюз. Ну, я, как и многие наши, наверное, зрители, попал, в такую ловушку многообразия стилей, жанров, когда ты не понимаешь, где ты слушаешь рок, а где это уже переходит в какой-то панк-рок, или как ты отличаешь там эстраду от неэстрады. Кстати, про эстраду. В одном из своих интервью ты сказал, что ты жил в ГДР, если я не ошибаюсь, определенное время. И там ты в одном из интервью ты сказал, что, услышав в ГДР эстрадную музыку, ты сразу ее не взлюбил. Да, я не взлюбил и советскую, и ГДРовскую эстрадную музыку. Это они мне сразу как-то вот эти люди с поставленными голосами. Мне нравится классическая музыка, нравилась раньше. Когда я понимаю, поставленный голос в опере, он имеет место быть, и он необходим. Когда люди под какой-то псевдо-рок или поп-музыку поют поставленными голосами, это мне это бесило. Не свобода какая-то. Для меня музыка — это свобода. Человек не показывает голосовые данные, в первую очередь, а показывает, что у него внутри, он рассказывает историю. А когда рассказывает историю, так такая история. Не история, это человек показывает, что он умеет брать октаву, это другая история, это не для меня. Я ничего просто не имею, слушайте, ради бога. Ты можешь себе позволить сказать, что вот именно все, что попадает в жанр, например, эстрада условно, оно для тебя неприемлемо для тебя. Я не слушаю, никогда не слушаю. Если приходилось, куда-то приходишь на сборный какой-нибудь концерт, бывали случаи, там разные были музыканты и певцы. Иногда приходилось. А так я, конечно, никогда не поставлю, не включу. Не мое. Да, нельзя все потреблять. Это нездорово.
В разное время ты был в разных странах, да, по-моему, на всех континентах, да, ты был? Я не был на Северном полюсе. На Северном полюсе, да, в отличие от Металлики, по-моему, они там играли как-то концерт. Вот, можешь как-то рассказать, вот на каждом из континентов, как люди относятся к музыке? Вот слушают ли, например, в Южной Америке, как у нас, музыку в наушниках, идя по улице, или они более трепетно к этому относятся? Ты знаешь, что я в Южной Америке был давно, я был в Южной Америке в 80-е годы. Это был конец 80-х, правда, уже. Поэтому трудно сказать, были ли на улице люди с наушниками, может быть, и были, но я не помню этого. Их было маловато. А относятся к музыке, мне кажется, во всех странах примерно одинаково. Все зависит, опять же, от того, что крутит по радио. Есть ли разнообразие. Если есть разнообразие, то и рынок работает как настоящий рынок, нормальный. Там есть поп-музыка, есть рок-музыка, есть блюз, есть кантри, есть, не знаю, инди-рок, есть хэви-метал, есть сайкоделик какой-нибудь там рок, я не знаю, есть электроника. То есть рынок должен так работать. Все стили должны быть представлены, должны быть хорошие фирмы грамзаписи, которые толкают этих артистов. И не исходит из того, что сейчас мейнстрим на радио. Просто занимаются этим, занимаются работой, толкают вот эту определенную музыку. Сергей, я просто не могу тебя отпустить, если не задам пару вопросов про «Бригаду С». Уже несколько лет Игорь Иванович анонсирует новый альбом «Бригады С», и, по-моему, 3 или 4 композиции уже даже вошли в концертные, да, программы. А когда выйдет сама пластинка? Или сейчас уже ушло время? Не-не-не, она сейчас доделается, насколько я понимаю. Я думаю, что скоро выйдет. А сейчас время носителей, оно сохранилось? Или это уже коллекционный элемент, как, например, большое издание, по-моему, 1000 экземпляров по «Бригаде»? А, это папка? Да. Это уже коллекционный элемент? Да, папка, конечно, коллекционная. Там 1000 экземпляров, а потом там уникальная же вещь. А что касается пластинки этой, ну, не знаю, может быть, Гарик и винил планирует, не знаю. Носители, ну, они, с одной стороны, умирают, с другой стороны, люди покупают компакт-диски до сих пор. В общем, достаточно серьезно. Есть люди, которые приходят на кассеты снова. Есть музыканты, которые сейчас выпускают в качестве эксклюзива свои новые материалы на кассетах, на компакт-кассетах. 2517, по-моему. Да, и вот 2517 и «Оберманекен», я знаю, тоже выпустили. Поэтому, конечно, время носителей, оно, не знаю, оно не до конца еще ушло. Все-таки есть люди, которые любят поставить, сесть и послушать. Или в машине там поставить, в дисковод послушать. Поэтому еще это нормально. То есть это такой элемент и коллекционирования, и ностальгии о прошлом, да? Нет, не ностальгия, нет. Не думаю, что ностальгия. То есть те люди, которые слушали компакты, они их, собственно, и слушают. Те, которые застали небольшую часть вот этого, да, в этой истории компактной, там более молодые ребята, они там, не знаю, там, допустим, им 3 года там компакты были, а потом пошел MP3. Они, конечно, приходят на MP3. В телефоне все есть, поэтому потом не хочется захламлять квартиру. А люди, которые коллекционируют, у них там стоят на полках эти диски, они смотрят, слушают иногда. Автограф тоже приятно. Да, опять же, там автографы, конечно, конечно. Ты же на MP3 не поставишь автограф. Не, можешь, конечно, на плеере написать. Там быстро закончится место. На концертах Crossroads, Бригады С, и у тебя еще несколько проектов, насколько я знаю, да? Ты видишь публику, какого она возраста? Какая это социальная группа? У тебя больше слушают те, кто начали слушать еще тогда, или молодежь тоже интересуется этим? Нет, ну, конечно, и те, кто тогда, конечно же, и их дети, некоторых из них, и просто люди, которые по возрасту их дети, да? Ну, в общем, у нас разные поколения. К счастью. Поколение меняется. Не к счастью меняется, что тех нет, кто был. Те, кто был раньше, тоже ходят на концерты. Не все, конечно, с нами уже теперь. Не все дожили до этого прекрасного осеннего дня, к сожалению. Ну, жизнь так устроена, что кто-то уходит, кто-то занимает его место. Ну, я вижу смену поколений, это радует. То есть преемственность все-таки есть, да, что родители ставят какую-то музыку своим детям, и преемственность наблюдается. Опять же, она наблюдается не в дико широких кругах, мне кажется, но наблюдается.
Это можно назвать музыкой на все времена? Вот эта вот музыка, которая от родителей переходит их детям и дальше детям. Вот, ну, конечно, не в этих широких кругах. Возможно. Нет, музыка, она вообще на все времена. Я говорю, что ее так много, она такая разная, что каждый человек в мире, который интересуется, пойдет покопается, пойдет в интернет залезет, узнает что-то новое, у него будет богатая жизнь духовная. Он может слушать все, что угодно. Главное пойти и поинтересоваться, а не сидеть и слушать радио. Ты столько раз сегодня про радио сказал и телевидение, что... Ну, потому что меня бесит, что там ничего не происходит. А ты можешь нашим подписчикам, тем, кто нас смотрит, назвать, ну, допустим, 5-7 артистов, которые могут разбавить их жизнь? Я понимаю, что у тебя богатый опыт. И ну, я, видишь, много. Я буду из своей колокольни-то говорить, поэтому, ну, я не знаю, ну... Людей приобщить к блюзу довольно сложно, молодых. Хотя есть перед моими глазами живые примеры, когда к нам ходят ребята, которым там 18-20 лет. Они ходят годами. Но они растут, им уже там по 25, начали в 16 ходить. Ну, я бы вообще с блюза бы начал, если ты любишь рок-музыку, потому что блюз – это основа всей музыки. Я имею в виду сейчас не классическую музыку, а, не знаю, рок, хэви-метал, там, не знаю, хард-рок, рокабили. Вся основа в блюзе, потому что сначала был блюз, потом его взяли, стали играть на электрогитарах, потом стали играть его быстрее, появился рок-н-ролл. Есть такая песня «The blues had a baby and they called it rock'n'roll». У блюза родился ребенок, его назвали рок-н-ролл. Потом рок-н-ролл стал тяжелее, потом он стал острее, потом он стал, там, не знаю, полиритмичнее и так далее. Но все равно это все в хэви-метале, если возьмете какой-нибудь риф, там, я не знаю, там, и там возьмете там в Deep Purple в хард-роке риф там тан-тан-тан-тан-тан. Это блюзовый риф. Там, если возьмете, послушайте Хендрикса, там все на блюзе. Если возьмете Depeche Mode, у них блюзовые рифы сплошь и рядом в музыке. То есть у них, они берут блюзовый риф и накладывают электронные истории на них. И делают такую отстраненную свою историю. То есть надо слушать блюз, и вы поймете все в этой жизни. Откуда что берется. Поэтому артистов называть смысла нет. Но я бы назвал Мадди Уотерс, я уже называл его. Я бы назвал Чака Берри, рок-н-ролл родился. Я бы назвал Роллинг Стоунс, как самую величайшую группу всех времен народов, которая играет уже 55 лет и собирает полные стадионы. Я бы назвал людей, которые идут своей дорогой, таких как Том Уэйтс. Я бы назвал... Black Crowes, замечательная группа. Это 90-е годы. Я бы назвал еще... я бы назвал обязательно регги. Боб Марли, Питер Тош обязательно. То есть без этого будет неполная картина музыки. Ну, можно классику послушать хорошую, Рахманинова. Мусоргского, между прочим, русская классика. Супер. Супер. В каком состоянии надо слушать музыку? Испытывая какие-то пиковые эмоции или в спокойной какой-то тихой атмосфере? Мне кажется, надо слушать музыку тогда, когда есть потребность. Только. Хочешь слушать музыку – слушай. Не хочешь – не слушай. Насилу себя не надо. Хорошо, что в Москве, где мы, собственно, и снимаем, так много концертных площадок, где есть огромный выбор. Музыки совершенно разные и по форматам, и по звучанию. Мне кажется, это здорово, но плохо, что в других городах, не так густонаселенных, очень мало каких-то домов культуры, и музыка туда не доезжает, а доезжает только то, что показывает по телевизору, где надо только рот открывать, держа перед собой микрофон. Ну тут, кстати, у нас есть, к счастью, такие настоящие подвижники, энтузиасты, которые все-таки занимаются пропагандой блюза. Я снова о блюзе. Кто о чем, а вшивы про баню, да? Есть такой Женя Колбышев, он привозит американских блюзменов и блюзвуменов и возит их по России, по Сибири. Сейчас приезжал замечательный гитарист Крис Кейн. Это вот великий человек, реально. Реально великий человек, который играет блюз так, как надо играть блюз. Который впитал все лучшее от Би Би Кинга, там, ну, от всех черных ребят, которые начинали. И вот почему я стал говорить. И один из пунктов у них был там Смоленск, Москва, там, Новосибирск и так далее.
Я говорю, куда вы сейчас-то едете? Он говорит, Киров, а потом Коряжма. Я говорю, что-что? Он говорит, Коряжма. Я говорю, извини, не слышал. Он говорит, никто не слышал. В Коряжме играют теперь блюз. То есть человек взял и привез в городок Коряжма настоящего блюзмена. И уже не первый раз. И люди приходят на концерт и слушают. Они просто раньше не знали, что это есть. А теперь они знают, им нравится. Им показали, и они сказали, о, круто. Да, наверное, за настоящую музыку надо именно так вот бороться и преодолевать какие-то препятствия. И сидеть ровно на заднице ничего не будет. Надо ходить, играть, рассказывать, встречаться с людьми, показывать, что ты делаешь. Проводить исследования, как я. Вот, например, с разными артистами. Надо пропагандировать так, таким образом, да, хотя бы вот иногда, так сказать, интервью давать. Нет, я даю иногда время от времени. То есть можно считать, что сегодня такой исключительный случай, да, и ты из множества предложений именно выбрал нас. Сегодня ваше предложение было, других сегодня не было. Спасибо большое, Сергей, за интервью, и ждем мы нового альбома «Бригады С», и, конечно, «Кроссроудс», чтобы по России больше все-таки хотелось бы увидеть в других городах. Спасибо огромное. Спасибо, Сергей. Спасибо.